рождаем звукорежиссера нам в помощь. Мы встречаем замечательного поэта, города-героя Ленинграда. Этому поэту было нелегко сюда добраться, но он приехал. Алексей Васильевич Королев. Встречайте, друзья. Крым. Я был на юге в сказочные годы. От солнца не спасал ни тент, ни зонт. Шквал теплых брызг в разгуле непогоды швырял, ярясь на нас, Ахтинский понт. И цвел миндаль, благоухали штамбы в садах прибрежных в человечий рост. И разорел гранат, тянулись дамбы, и через Учансу висячий мост. А в теплом море нежились медузы, большие студневидные зонты, а мы в ручье играли, строя шлюзы и белые бумажные мосты, и наблюдали все повадки крабьи и битвы агрессивных муравьев, и гнев крымчан, что словно в страны рабьи на отдых понаехало хохлов. Те вечера в целебный воздух Крыма, внезапно опускавшаяся мгла, простите, тьма, как было все легко, неповторимо, таинственно для детского ума. Туда, где было счастья много-много, где был я мамой, милую храним, пройтись опять по этим же дорогам, увидеть вновь освобожденный Крым. То было детство, сказочные годы. Над морем наклонился аюдак. О, буйство субтропической природы и кипарисы вечной жизни знак. Новороссия, эпиграф и слово о полку Игореве в переводе Заболоцкого. И на волнах витязя лелея рёк Донец, велик ты, Игорь, князь. Русским землям ты принёс веселье, из неволи к дому воротясь. Николай Заболоцкий, слово полку Игореве. И сегодня те же басурмане, аки кровожадные волки, пробираясь в утреннем тумане, вьют свинец на русские полки. Под огнем кровавых западенцев держатся с утра и до утра блокпосты героев-ополченцев, как четыре княжеских шатра. И в речном редеющем тумане здесь, на берегах Донца реки, снова насмерть стали христиане, женщины, шахтеры, казаки. И в кольчуге блещет Ярославна, и в руках мужской тяжелый меч, чтоб не даться варварам бесславно, чтоб степные головы посечь. Век назад вот так же безоружно вел на смерть свою святую рать Лавр Георгиевич, чтобы дружно, безупречно, свято умирать. Но сегодня времена другие, канул ужас окаянных дней. С вами Бог и новая Россия,
святостью и мудростью своей. Спасибо большое, дорогие друзья. А наше выступление продолжает замечательная поэтесса города-героя Ленинграда Екатерина Акимова. Встречайте. Здравствуйте, уважаемые жители города Кронштадта. Я впервые в этом городе, мне здесь уже нравится. Я хочу представить вам пару своих стихотворений о войне. Первое из них называется «Жестокость». Она живет и в глуши подъездов, и на проспектах средь суеты, и выдает ее запах бездны и сгустки лающей темноты. Она сочится, подобно крови, по узким улицам без конца. Всегда наперегонки с любовью она стремится попасть в сердца. Она живет и в зловонных стоках, и в городской питьевой воде. Вы с ней знакомы, она — жестокость. Она повсюду, она везде. Нахально смотрит в людские лица, внезапно выйдя из-за угла. И точно знает, в кого вселиться, забавы ради она б могла. Жестокость стала давно бессмертной, пошло в привычку вселяться в нас. И на нее не ввести запрета, ведь у нее же в руках вся власть. И мы жестокость впускаем в душу и забываем в ее тени, что из того, что она разрушит, не все получится починить. Второе стихотворение называется «Нет фашизма». Нет фашизма. Фашизм — это самое страшное зло, что столько несчастья, смертей принесло. Казалось, добили, но вот он опять вдруг начал сквозь души людей прорастать. И снова разруха пылает до нет, как будто приблизился света конец. С экранов оскал черно-красных знамен. Карателям снова идут на поклон. Но знаю, мы выдержим этот удар. Я верю, закончится в мире кошмар. Ведь не для того нам подарена жизнь, чтоб мы променяли ее на фашизм. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. А наш вечер продолжает замечательный поэт города-героя Ленинграда Евгений Капустин. Встречайте. Здравствуйте. Зовут меня Евгений Капустин. Сначала такое ироническое стихотворение. Знакомство поэта с девушкой на улице. Девушка, стойте, я вас не обижу. Девушка, знаете, я вас люблю. Девушка, милая, встаньте поближе, дайте на вас я еще посмотрю. Девушка, милая, вы так прекрасны, я бы поэму вам мог посвятить. Девушка, встретились мы не напрасно, знаете, теперь мне без вас не прожить. Гляньте, нет парня здесь лучше поэта. Тот мускулистый, да это козел, сам дурак, я скажу по секрету. Это ваш муж? Ой-ой-ой, я пошел. Второе, более серьезная вещь. Я думаю, в Кронштадте каждый знает, что такое кронштадтский десант 5 октября 1941 года, когда 510 балтийских моряков высадились в Петергофе, чтобы выбить оттуда фашистов и развить наступление на Ленинградский плацдарм. Но это не удалось, боеприпасов было очень мало, десантники были отрезаны от залива, патроны кончились, отряд сражался в рукопашную, погибли практически все. Уже в наше время при раскопках в Нижнем парке Петергофа были найдены две записки. Первая была такова. «Люди, русская земля, любимый Балтфлот, умираем, но не сдаемся. Патронов нет, деремся вторые сутки, прощайте, братишки». Вторая записка была очень краткой. «Живые, пойте о нас, Мишка». Вот. Так называется мое стихотворение. «Живые, пойте о нас». «Лишь погасли лучи заката, мы отправились из Кронштадта в ночь на 5 октября. Надвигается катастрофа, но на пристани Петергофа
Мы пришли не зря. Мы пришли не зря. Нас 500 моряков-балтийцев. Здесь армадой стоят убийцы. Принимаем неравный бой. Скажет немец потом порою, есть на русской земле герои. Россию закроют собой. Россию закроют собой. С детства помнится все так странно. В Нижнем парке сады, фонтаны, Монплезир и дворец Марли. Выбить, выдавить оккупанта — это главная цель десанта. Но сегодня мы не смогли, но сегодня мы не смогли. Для фашистов был день счастливым, мы отрезаны от залива. Мы остались совсем одни, где патроны и где гранаты? Кто поможет нам из Кронштадта? Светят дальние огни, светят дальние огни. Мы деремся вторые сутки, остается нам 2 минутки, в рукопашный пойдем сейчас. Знаем точно, что не прорвемся, умираем, но не сдаемся. Живые, пойте о нас, живые, пойте о нас. Спасибо, дорогие друзья. А выступление нашего клуба продолжает замечательная поэтесса города-героя Ленинграда, города Кириллова, Натали Кузнецова. Добрый вечер, Кронштадт. Рада вас всех видеть. Спасибо за гостеприимство. Первое стихотворение так и называется «Кронштадтская осень». Выстоять, устоять под холодным прицелом, в тысячный раз умирать, боль доведя до предела. Выйти в открытую дверь и без вести стать пропавшим. Призрачный свет фонарей и лист отражает опавший. Запах войны на губах тянет минувшее горечь. След от снарядов на стенах, словно во времени пропасть. Город-герой, память и слава, выстоял, смог, отстоял. Горечь и грусть, словно эхо войны, бесконечный псалом. Вечно застынет, замрет, но внезапно очнется. Память воскреснет, а гордостью прямо встряхнется. Вспомнит блокаду, то смутное, тяжкое время. Голод и холод, смерть, жизнь сохраняла лишь вера. Имя героя бессмертное, их сохраню в своем сердце. Каждое имя на листьях опавших хранит свою вечность. Помним все, родинки, имя, слова, числа, даты. Прочная нить, а в душе горечь тяжкой утраты. Запах мучительной смерти мы принесем сквозь столетия. Голод и холод блокадный, город Кронштадт, город чести и славы. Пламя листвы золотой, сердце горит, боль проснется. Ветер бьет прямо в лицо, это кронштадтская осень. Улицы, церкви, дома, призрак войны между ними. Запах войны на губах, горький, соленый, бессильный. И между нами проходят те миллионы пропавших, те, кто с войны не вернулся, те, кто в войне, то и остался. Прячутся в листьях летящих, падают, шепчут и плачут. Души бессмертных скорбящих живут нас своим настоящим. Память нас снова уносит и бередят сердце рамы. Это кронштадтская осень, листьев оранжевых, пламя. Вечная память героям, войной ты убитых. Смерти нет, ведь никто не забыт и ничто не забыт. Следующее стихотворение я посвящаю тем, кого сейчас нет с нами. Мы теряем близких людей, но они живы. Они с нами, пока мы о них помним, звезды. Еще одна потухла яркая звезда. Мир на секунду замер. Жизнь остановилась. На миг что-то догорало. А потом опять привычным ритмом закружилось. Все как и прежде. Гаснут фонари, и солнце на рассвете всходит. Все точно так же, только нет одной звезды на жизненном небесном небосклоне. И все по-прежнему, забытые друзья и люди, что спешат домой с работы. Все вроде точно так же, как всегда, но только рядом больше нет кого-то. И больно. Звезды перед сном считать, надо считаться, и нам срыться плакать. Так больно близких среди терять и помнить только их лицо и дату. Все как и прежде. Так же крутится семья, и все спешат куда-то, кому-то,
Все как и прежде, только в этой суете так не хватает почему-то нам кого-то. Еще сгорела одна яркая звезда, пронзительно и ярко, след в сердцах оставив. И все как прежде, и работа, и дела, и пара фото, что останется на память. Мы помним, значит, все живо. Живые те, кого храним мы в сердце. Пусть догорают звезды. Все равно, любовь жива, а значит, мы бессмертны. Это стихотворение моему брату, и я уверена, он меня слышит. Мы тебя любим и помним. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. А выступление нашего клуба представляет поэтесса города-героя Ленинграда Лена Море. Встречайте. Здравствуйте, Кронштадт. Молитва. Господи, скажи, как быть счастливой, легко дышать, никому не делать больно, быть на своем пути, говорить без страха, как стать свободной, ничего не ждать и быть довольной, вперед идти, не ожидая краха. О, Господи, зачем во мне печаль, контроль, тоска и зависть? Я так хочу, чтобы только теплая хранила память. Прошу, направь меня на верный путь. Я потерялась, заблудилась. И на своих держи руках, чтобы на себя я хоть не злилась. А главное, что есть любовь. И как ее дарить открыто. О, Господи, скажи без слов, в чем смысл жизни скрытой. Благодарю за все уроки, опыт, откровения. Пусть сердце не таит в себе обиду. Я верю в Божье провидение, хоть иногда и упускаю свет из вида. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. А вступление нашего клуба продолжает поэтесса города-героя Ленинграда Ольга Воробьева. Встречайте. Добрый вечер, Кронштадт. Спасибо за гостеприимство. Стихотворение называется «Момент истины». Разломленное солнце утонет в море ночью, оставив шлейф кровавый за собою. И свита черная, покинув мир порочный, отправится на поиски подкоя. Их по дороге лунные кони вдаль уносят, и лунный свет их озаряет лица. Истерзанные души покоя просят и сил, чтобы от цепей освободиться. Земля под ними всколыхнулась, твердь провалилась в бездну ночи. Все в этом мире вмиг перевернулось, на время став стеклом непрочным. Тому, что было, нет возврата, и рваных ран не нужно бередить. За каждую ошибку приходит час расплаты, и время наступает, чтобы все простить. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Встречайте поэтесса города-героя Ленинграда Калерия Соколова. Добрый вечер. Я прочитаю одно стихотворение, чтобы всем стало полегче. Называется «Римма лейтенанту». Оно написано под впечатлением романа Даниила Гранина «Мой лейтенант» и из этого романа эпиграф. «Любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Тудорков». Даниил Гранин. Первое. «Мы были дерзки и юны, мы были ловки, совсем как белые вьюны вдоль Тудорковки, едва ли зная про фашизм, смеясь друг другу, схватились не на смерть, на жизнь, рука об руку. Куда, куда ты вел меня, в какие чащи, к какой березе прислоня, так настояще и так настойчиво глядел, наглел, робея. Мой бант потерянный олел, в какой аллее?
Сороки были, как всегда, на карауле. Нас криками «Война! Беда!» как птиц спугнули. Как немцы, ведь они друзья. Война — нелепость. Но втайне радовалась я. Не пала крепость. Второе. Платформа двигалась, неслась, галдя, как табор. И в вечеру, едва вживясь, в воскресный тамбур, мы ощущали трепет тел, родство ладоней. Все откровенней ты глядел, все беспардонней, все ближе двигался ко мне. Мы были глухи, пустые вести о войне. Пустые слухи рефреном полнили вагон, речитативом. Но что до слов со всех сторон твоим счастливым? Не спрятаться, кругом видны. Поцеловать бы, что нам за дело до войны, даже до свадьбы. Третье. Дожили, не разлучены, но так надсадно, так по-другому влюблены. Не это блокадно. Обручены до смерти знать кольцом блокады. Мы живы, нам бы ликовать, а мы не рады. Мы вместе, быть еще нежней, но в нас усталость. И я не с ним, и ты не с ней. Они остались в их времени. Из всех потерь всего досадней, что я блокадная теперь. И ты блокадный, блокадной выправки с тобой. Блокадной ковки. Нас, в нас не вьюны навек, а бой вдоль Тудорговки. Спасибо.